Короче, который танк. Который кружок. Который танк. Кеймады начинаешь, Привет. ловишь. Привет. На первом отдаешь кровь вампира, на втором отдаешь незыбку, получаешь третий, с тебя Виталик, он собирает. Виталик, он получаешь первый дебаф, нажимаешь на, как его, срезку на 50. Получаешь второй, с тебя забирает, не знаю, как тебя называть, Галниер, короче. Забираешь, получаешь первый дебаф, нажимаешь срезку. По идее, должно убить. У ретри кинешь боб на ДК, когда он этот уже не будет танчить. Скинем с него стаки. На червях. Так, ретрумблер и... Блин, не знаю, даже Виталий Кун направо. Даланиэль, уйдешь налево, червя. Ретри ауру убирать. Что-нибудь полезное воткните. Чек на бафы на готовность. Сейчас Лися уешет, кстати. Что еще раз? Червей, Лися уешет сейчас или нет? Вот эти брызги. Да. Тогда пусть меня заберет, чтобы я по рейгу пробежался. Ну давай поменяем Ваня. У тебя Стилифин что, ДЦ или Холихрист? Ваня, хочешь пододышить? Что? Ваня, варенька, пододышить хочешь? Как можно? Я могу пойти быстро ДЦ сделать. Нет, просто спекайся, Алифин, в этого. Давай. Я могу ДЦ зайти. Нет. Это не ДБ, у нас есть люди по 5 КГС. Понятно, ладно. Нам просто повезет, если мы никто не умрет. Если кто-то умрет, и он будет единственным, то его будет помеха Хазарак. Че, чек на бафы на готовность. Все готовы, запускаю. Добро пожаловать, герои. Вы услышали призыв серебряного авангарда. Ренджу между собой набираю. За огнем смотрим. Еру сам бы. На пол, на ротрумблера. Испытания войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель. Крик на ХП, раскол стака. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герои! Твои чудовища не чета героям Альянса Тириона. То ролик не на тот спев, в котором он идет. У вас есть этот. Я видел и более. До следующего босса момент написать. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Дай кровь, первый стат. Из огня выходим. Дай незыбку, второй стат. Забирай. Виталикун забирай. Боб, кинь по ротрумблеру, пусть кинет стат. Из огня выходим. Дай 50%, Виталий. Галниэль забирай. Себя паладин скидывать стоит. Так, как я говорил, ротрумблер направо с Виталием, Даниэль налево. Играем вправо червя. Ренджу набираем между собой, когда будет плевать. Помогите мне их убить. Набьем мне. Кучно не стоим, но плевок его ешь. Сейчас там лужи кинет, готовься вести. Не-не-не, не ты, не паладин. ДК. Так, Виталий, забирай. Виталий, забирай, ДК беги. Эмили зоне.
Там в мирезоне. Ну все. Ренджу соблюдаем, сейчас еще раз плюнет. А, Ваня по команде гимна хп лишь. А, гимноману, да, или ты? Гимноману. Ставь ты там 30. Не поворачивай этот в рейд. Ламура, не стой перед мордой. Массакру по команде отдадите, так Даниэль, дальше иди. Забери с него этот Виталику. Только в рейд не поворачивай. Нем дебаф. Протрумблер пытался ловить с этот Гормака. Я готов. Так, Виталику по команде дашь массакру. Стали по кругу примерно. Чтобы когда вы отлетели, у всех были... Не кучно стояли, до хрена на родере на самом деле не было. Проще было бежать. Веди чей-то центр, чтобы анимация прыжка была. Не-не, из центра, ближе к дверям наоборот. Виталиком прожми. Давай. 100 грамм. Бегаем от него. Вас там трое. Ну да, маг не блинканул снова. Ой, это был бы такой. Ну ладно, в следующий раз блинканулся. Так, Даниэль, дашь по команде массакру. Готов сейчас прыгать будет. И, наверное, вот-вот-вот, давай. Продолжим прыгнуть. Ого. Watch Storm. Ну, у вас там человек 5 как раз стоит, посмотрим. Бурсти. Типа вылетел. А чё, номер? Ебать. Трофеи разрыли, все остальное себе там. Прям тех, кому что надо, напишите, войду в ПМ. Марк, поставь стол. У меня ссылка осталась, да? Скажите, кто выше паролы, не хочу смотреть. Там сотка. Не видел у кого, но там сотка. Хаба. У хамбы сотня. Чё, не надо уже, не дам Серёнку. Фокс, заходи. Забафайте мага. Чек на бафы на готовность. Да, Ланиэль. Где Ланиэль? А на ретрика ролит кто? Который холик. Ага. Чек на готовность. Так, присты, маги, шаман, все диспелим. Аркона. Все готовы. Стольте только, пожалуйста, а то еще сдохнем. Так, и Мадри, смотри, когда моб кастует, точнее босс кастует, не сбивай каст на первой секунде, старайся максимально долго оттягивать и где-то там на последних долях сбивать, чтобы цепная молния, которая пройдет по рейду, она ну, с меньшим количеством стаков была. То есть выиграй время для того, чтобы мы диспылили эти.
Стаки. Смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится... совы есть у которых этот откидывание? Тайфун. Готовьтесь к забвению! Да, есть. Встань, откинь первый портал. Сможешь? В какую сторону? К танку. Ну, к миликам. То есть портал выйдет где-нибудь... Блин, где шаман отправит? Из не та... А, вот Атомс, да? То есть откинешь его в танк, да, примером туда. Мастером призыва! Ты покорен мне! Какая это, ничего. Танка, все, правильно. Танчите. Собирайте голема. Уводите от рейда. Готовимся к вратам. Давай, откинь. Не откидывается? Не восприим чего. Ну ладно. А не, это я обманул вас. Мы бы хила захиливаем. Стаки. Там. Механическую захиливаем. Захиливаем. Следующий будет пламя, с ним же. Если госпожу боли привести в мире к миликам, Даланиэль любви, то их заклеивают. Это желательно побыстрее сделать до великой вулкана. Зело не захилим. Сыграли вулкан. Ваня, готовься к гимна хп новый. Давай, Вань. Захили, а полысый пенек бежит. Аркону мы захиливаем. А, забирайте инфернала от Сердода. Спепеление тотема захиливаем. Заклинание диспеля. Атом с тема с пламенем бежишь. Лысый пеняк захиливаем. А, танки, сейчас просто ловите портал, играем босс. Три ляма. Босс и босс. Ну не портал танчите, а госпож. Госпожи. Даже вообще кто будет. Зелони захилим. Хилим зелони. Завоешь. Должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. Чертеж роли. Вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. Блин, че за... Вот мои собаки, Алия. Мабахил. Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Берите тотемы, сейчас там закусят. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов. Ну бахил тотемы, бери. Тише, успокойтесь. Трофей, скажите, кто первый. Никакого заговора здесь нет. Только я бы. Че ты врешь? Мама! Продолжается. Мама обманщица. Это грамм. Так, тут... Антея, да? 100 грамм. Ты остальное забрал? Запускаю. Так, Слайк, кто еще может в танк? Ну, ты понятно, давай спекаться сразу.
кидаю в нем дуэль. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Кто может в танке? Тограм. Ну, уже кинул по одному боссу. Нет, так, полог, короче, смотри. Если сейчас будет полено, даешь ему вначале 4 эфира, потом 3 изгнания. Я знаю. За герои во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Так, запоминаем сразу. Так, Шакун. Так, Даланиэль, который танк. Тебе самый легкий, Шакун. У нас там еще слабый танк. Так, давай, Войт, у нас танк, тебе Рога. Нет, не так, неправильно. ДК, твой Рога. Войт. Войт, ДК. Кружок. А, точнее, не кружок, ромбик. Виталик, он твой. Треугольник. Все, собственно. Мелькина там закончились. На ханте у нас посидит. Угу. Тезваров умеет покинать дезарм. Побить Мелизоне, кто хочет. Что, желающих нету? Давай Дигли будешь ты. На ханте. Чек на готовность. Первым будем играть Лока. Череп. Тограм. Никого. Так, все готовы? Дайте антифир по танкам, поможет. Стоим в центре, где мертвый Джараксус. Танки бегут. Запускайте. Первым играем череп. Торок нам не пришел. Играйте в Антара, который рядом. Крест. Все, череп идет, череп играем. Приоритет. Диспел. Кресты, у вас одна кнопка, диспел. Ва, разбиваем косты. Дальше будем играть в нузл. Крестик. Вроде как раз ты. Петух. РДД, стойте в центре. Где шамановские тотемы? Не подходите к ним. Максимальный РНЖ нет. Дальше будем играть Антара. Череп. Но после мага. Вначале добиваем мага. Сбиваем косты. Уведите трусы. Дай ему стан, Виталик. Он сейчас за тобой идет. Как только уходит, дай стан. Потом у тебя опять таун подкадышится и опять таун дашь. Кто тут у нас рядом? Давайте квадрат сыграем. Надо ханта уже бить. Кливайте шамана, потом шамана будем бить. Постарайся трусы увезти от нас. Вот туда, где два танка стоят, может туда третий путь. Коалицию создать. Коалиция Войта. Страшно. Беги, малышка, беги! Ладно, давайте сыграем дерево, которое рядом. Бан не кидай, только эфиры.
А, гимн на ХП можно, лифтинг, да, гимн на ман? Давайте аккуратно играем, вот, шамана, приоритет, звездочка. По возможности к Роге не подходить. Покидай на нее оковы и этот кладкой вытягивай Рога. Именно Рогу надо вести. Играем шамана. После шамана сыграем Тирия. Гарда, да не подходите к Роге. Убьет. Ага, кто-то получил? Не, у меня бабл получил. Щиток нормальный. Давай в Рогу сыграем. Так, дизарм готовьте. Я да. Хорошо, через 5 секунд взяло не твой дизарм. Давай. Пенек, твой следующий дизарм. Можешь кидать. Сыграем с Шипу, второе время стоит. Давайте на вальках я вам расстановку сделаю. Значит, когда на вальках возьмем темный дебаф и встанем, соответственно, по правую Альтея, встанешь сзади портала. Ваня, встанешь справа от портала от рейда. А, все, два шипера. Блин. Не знаю, и кто-то должен стоять чуть-чуть левее и спереди, чтобы ловить белые какие-то сферки. Чтобы они не доходили в рейд и не дамажили. Так, два паладина будут танчить левые, ротрумблер правый. После сегодняшнего смеи как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Ману отпиваю. Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность. Лево с нашей стороны. Нас ждет битва с королем Личом. Что? Черную будем танчить. А, ты берешь белый портал вместе с Даунелем. И идете на левую. А при смене цели мы будем брать черную? Нет, вы не будете менять. А, не будем? Не знаю, что робят. Тефе робят. 98 у Ракона. Чек на готовность, на питье мана, на баф. Проверять. Готово, запускаю. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры. Так, у Ретрик по команде дашь капли. Пусть состязания начнутся! На любого из танков, которого я скажу. Че, это на актив одну минуту? Секунду. Ну все. Ну давай одну минуту подождем. Я готов. Без демона не вариант. А. Вот смотри, вот сейчас покажу Альтея. Смотри, весь рейд будет стоять примерно около портала. Таня, вот видишь здесь, сейчас я правильно. Вот встань сюда.
Если на тебя пойдет две белых, жмешь точку. Все остальное тебя не ваншотает, у тебя резист, получаемый урон. Совы, если профитно, то этот, нажимаете, дубовую кожу тоже можете. Ну, говорит он, пулить, потому что там что-то родственники приехали, он пойдет отправить. А, ладно, давай тогда, Ратрумгард, начинай. Хорошо, и разверни теперь ее, чтобы милики были рядом. Иди забирать. Да. Я думаю, ДПС он хватит, геро давать не будем. Способность 3 секунды смотрим. Сахар не давай. Бьем. Не отменяться, хорошо. Танков хилим. Танков хорошо хилим. У них дебаф на 20%. Какой-нибудь незначительный дефон дайте. Там кроват вот или еще что-нибудь. Так, спецспособность 5 секунд, смотрим. Все хорошо. Собираемся сюда. Запустим сразу. Уже запускаем. Угу. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды? Ваня, я сейчас этот кину. Хождение по воде, вот ты. Умрешь. Че? Как у ДК льдистый путь вот работает, так точечно хождение по воде работает. Зачем тебе умирать? Зачем ты босса запустил? Ты ж себе забрал это все. Так, значит, смотрите, у нас один танк относительно слабенький. Хорошо, хилим его. Паладины. Знаете, да? Гнев, тарелка, эльфийское сало, точечный стан. Все сбивает касты. Эльфийское сало, да. Ну, это эльфийская. Расовая. Эльф-украинец. Потому что украинцы вообще от эльфов зашли, да? Скорее всего. Казалось бы, при чем тут Украина, да? Раз за сало начали вести разговор. Так, Виталик, ну давай ты слева будешь, Даланиэль справа. Так, Прирону я поставлю. Так, ханты поддерживаем урез хила. Шамана и Холипал отвечаете головой за рейд. Ты я фаню или у кого-то просто? У кого-то. И Кралька и Лифи на рейне. Рейд на 20% и людей с синим дебафом. Со смаги льда. Захиливаем. Тут там роги снимают себя, ДК жмут зеленки. Паладину с его снимают, снимают себя. Чек на бафы на готовность. Полипал, лок, Виталиком. Сейчас добавим, я просто смотрю галки, все поставлю. А, у нас лока нет. Сейчас же 2 минуты. Того минута нет. Крикните, когда будете пулять. Но без лока как-то не очень, нет?
О, блядь. Какая шея, кому надо, дайте обмен. Не помню уже, кто писал. Да, кроху, давай. Паладин, да, вот описал, шея надо. Давайте обмен. Ладно, тотем этот поставлю. Гнева. Лок сказал, что сейчас минутку, он сейчас же говорил в РК. Это был Лок? Да. А, ну ладно. А зачем ты пальто так раскидал? Допустим, вот ретрики подхиливают своих. Ну это ладно, примерно. Ты что, пати подхиливает? Там же Боря соседнюю цель хилит, не? Хилит. Да там ну, чуть-чуть. Такой, блядь, конский. Ну, блин, больше не надо тут. Бежит. Чекай бафы свои, Лок, если готов, плюсик. Ну давай вчера чекнем. Мало ли Ваня опять свернулся. Блин, Ваня первый готов на спине. Все готовы, Ретрумвер начинай. Ванина, ловите жуков и ведете их сюда, под рейд, под босса. Под босса. Под босса. Фридом по себе, да, я ауешь. Косты сбить не забудьте. Ну там куча паладинов может наниматься меня. Любой. Вон в диминишинг что-то не ушло. Так, этих жуков тоже играем. Давай активнее ведем под босса. Играем жуков. Ливаем. Это зароется. Как зароется, бегаем. Зарылся. Разбежались. Ну, бахил. Так, что у вас там по мане? Ага, просели. Альтея, давай гимноман. Давай я тоже дам сразу, я все равно потом хилить буду. Давай и ставьте потом шаман. Вам потом тоже никто не залет. Возможно, один жук вырвется, его нам будет слить. Все, по-моему, слили. Вон там один красного хп уходил. Тонки по местам. Это трэш еще тоже играем. Это последний, который надо будет слить. Тараканов заберите. Поставим босса туда дальше. Чтобы мирики во льду не стояли. Трэш активно. Трэш снимаем. Каст. Всем следующий трэш собираете, но сюда не подводите. Просто стоите за хилами. Где-то тема у ноба хила примерно. Вдвоем можете там стоять. Друг другу помогать касты сделать. Еще поехало. Сако могу. Нет, пока рано. Танков на фол, людей с дебафом и хелем. С рейда забери.
по рейду меньше захила. Много хилит. Меньше, говорю, захила. Только танки. Давай, Виталик, он сакрал. Как сбивать? Не сбили, охренеть. Кралька, подними 100 грамма. А, механическая, подними архон. Еще жуков забирай. Уретрик, подойди туда к ним и сейчас стан дашь. Читать шкуэту. Убейте как. Меньше хила, меньше хила. Вообще не хил. Все. Кто перезаходит на ЕП, сохранить. Мне, по-моему, ассист есть. Да. Трофей. Сильвана. Сильвана по ЕП ГП. Ну что за Сильвана? Подождите пока, сейчас можно шмотки заберем и зайдем потом. Ну а что такое? Ты че сейчас ролишь? Войт, по-моему, не объявлял ролл. Вот теперь ролл. Плащик топовый, да. Наверное, хаба. Лучше всех. Токены. Ой, дай ноги. Два завивателя. Кинерген. Где-то есть. Мотосы, короче, упали с этого. Сануба. Куда еще? Ну, сегодня еще одну ВК параллелит. Нет, тканевые. На этот, ботинки. Лифер, я тебя предупреждал, я тебе сейчас зайду и мундам. Ну, тканевые появились. Да все, что ты? Я же не матерился. Последнее предупреждение у тебя было целка. Что это вообще такое? Ладно бы просто, так там именно оскорбление других в рейде. Ты же такое веселенькое, что ты? Грубые. Вот напиши, простите меня, я больше так не буду. Что это еще такое? Чип голды замяли дела. У Кральки вообще вон ребенок рядом этот играет. Короче, если что-то надо, обмен. Сапоги на долг кинь. Какие? Тканево. Я кому-то отдал какие-то сапоги сейчас. Какой-то Лифин или кто? Лифин сейчас забрал сапоги. Вот пароль с ним. Не могу пригласить члена другой группы. Че, все зашли, не? Ну, походу все начисли. Лифин, кинь удол. Капец, на работе зарядник забыла. Телефон отключился.
Mm-hmm.